такую замечательную дорожку у нас сделали, да, по возле поликлиники, да, детской. Вот такой хороший вариант, да, господа. Соседи мои, да, сделали для того, чтобы люди могли спокойно обращаться по необходимости. Ну, попозже мусор, скорее всего, вывезутся, да. Вы помните, что из себя представлял, да, старая молочная кухня, и вот что она представляет на данный момент из себя. Молодцы, люди влаживаются, влаживаются и влаживаются. Проверка зрения при заказе очков бесплатно. Свои оптик, да, аптека. Лаборатория, массажный кабинет, одним словом, все полностью из ГАК. Браво, товарищи Киф, браво. Самое интересное, господа, то, что есть пандус. Правда, он не полностью, да, подготовлен. Ну, думаю, зальют они здесь площадочку, но подняться инвалидом уже вполне реально, даже на коляску, как у Димы с Мишей. Сегодня, кстати, видел одного знакомого, да, мужичка, и не могу понять. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему до сих пор не выделены коляски всем? Странно. Просто странно. Аптека. Я не особо слежу, да, салон красоты, БТИ. Давайте посмотрим все-таки комнату. Стены сделаны довольно качественно, окошки тоже. Температурный режим позволяет чувствовать себя свободно, да. БТИ. РБТИ. С оформлением все сюда. Нет, покрытие все-таки хорошее, доброе, да. И рады, что в Гривлёполе кто-то вкладывает деньги. Красавцы. Хотите классно отдохнуть в кругу семьи на эти выходные? С друзьями оторваться в день рождения, корпоратив отметить новогодний, создать готовый мы любой ваш праздник. Достаточно для этого набрать наш номер. Мы к вам приедем и у нас вас встретим. Для этого и был пикбольный клуб наш создан. Игра подвижная и с элементом боя придутся по душе и вам, и детям. В конце игры вас ждет шашлык горячий и за столом с родными посиделки. Ничто людей так быстро не сближает, как проведенный вместе день чудесный.